Здравствуйте! Сегодня 13 июня. Хочу поделиться нашими новостями. С 9 числа мы отменили таблетки. Раньше давала на ночь 1/4 Респалепт. А сейчас мы находимся без таблеток. Отменить я их решила, потому что ребенок стал спокойней. Ребенок стал ласковым, целуется, обнимается. Более живой стал ребенок. Она играет в интересные игры. У нее сюжет, роли там у всех. Очень интересно за ней наблюдать. Поет очень много песен. Складывает слова. Предложение из букв складывает. Все вокруг читает. Повторяет речь. Вообще произошли очень хорошие изменения. Спасибо вам, Давид. Я надеюсь, что будет так и дальше. Спасибо вам.